Раз, 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 два, три, раз, два, три, раз, два, три. Он когда молчишь, он выключается. Чтобы он включился, надо первое слово очень громко сказать, почти крикнуть. Понятно. Вот тогда он, тогда он включится. Часто, а вы меня слышите? Да. Вот, все, тогда хорошо. Так, разворачиваемся. Как-нибудь так обойдемся. Так, надо нам патруль выставить под горку. Чтобы если машина поедет. Чтобы если машина поедет, пока я разбегаюсь. Остановить ее? Ну да. Снимаем или пока нет? Ну зачем? Экономим батарею, что тут снимать-то? Если поедет, пока разбегаюсь, остановить ее. Когда сажусь, не надо, я ее сам вижу. А мне видишь, за горку, может, из деревни вывернется, хотя бы вот так метров на 100 отойди, да. А мы взлетим, можешь обратно идти. Да, это надо расстегнуть. В карманах ничего нет, что может винт засосать? Мелочь, телефоны, мобильники. Я возьму, поснимать хочу. Главное, чтобы мелочь, зажигалки. Не-не, больше ничего нету. Чтобы из карманов ничего не высосало. Нормально? Не туго? Ну, там туго-то не надо, все равно никуда не денешься. А кто его знает? Да, всякое бывает. От винта. Все, готов? Готов. Молодец. Летаем. Говорите тише, я хорошо слышу. Это сертификат подарили на полет. И сколько стоит сертификат? 30-минутный, вот улетал, там вообще красота, там мне понравилось. Сколько стоит-то? Сертификат? Да. Ну, подарок. Я понимаю, это все подарок. Стоит-то сколько? 3000. Ну, да. Поезд по мосту едет. 2015 минут. Ну как бы подарок, поэтому я был только счастлив. Хорошая цифра. А что ноги тут дрожат? Холодно или страшно? Второй вариант, адреналин. Ну тогда можем на посадку пойти, а можем еще полетать. Не-не-не, полетаем. Он журавль ходит.
машина едет. Снимать с мотобарабана. Что за машинка, спикируем? Ответа не последовало. А не слышал, что сказали? Я говорю, пикировать за машинкой будем? А, да, обязательно. Ясно. Я просто не включил. Косу везет. Теперь надо ждать, куда она поедет. Куда-то свернула. Ну тогда будем садиться. Андрей Валерьевич. О, рекомендую. Рекомендую. Я мотор выключил, аппарат все дрожит.
Это просто побочный... Дисбаланс винта! Да-да-да, вибрация. Побочные действия, наверное. Он же ближе к мотору сидит, чем... Ну да. Ну вот, из-за этого и происходит. Понятно. Следующий.